Вітаю вас, шановні глядачі. Це «Майдан ТБ» починає свою роботу у понеділок. У студії ведуча Ірина Ткаченко. І почнемо ми зі сторінки, ну, можна сказати, гумору, але гумору не простого, а гумору візуального. У нашій студії всесвітньо визнаний майстер візуального гумору. Якщо сказати простіше, зрозуміло всім мовою, це художник-карикатурист Володимир Казаневський, якого я щиро вітаю. Доброго дня. Доброго. Ви працюєте в журналі «Країна». Давайте покажемо один з журналів, так? Так. Ось журнал «Країна». Так. І, як завжди, на обкладинці ваша робота. На кожній практично. В этот раз, да. В этот раз, да. Нет, у нас серйозна конкуренція. Ще є дизайнери, ще є один художник. Кожен номер, вот, йде серйозна конкуренція, конкурс. Мирна боротьба. Так, да, і редактори вибирають лучшу обложку. Вот, мені здається, що ця просто суперова. Спасибо. Ще звичайна річ, що в газеті по-українськи, так, да, яка да. є родичем країни, тому що випускає один авторський колектив, ну, практично один, так само ви там розміщуєте свої роботи. Але, крім усього іншого, вам вдається періодично їздити у творчі відрядження. Звичайна річ, що вони пов'язані так само з вашою роботою, з карикатурою. І ось за останній, скажімо так, звітний період, хай це буде такою казенною мовою, у вас були три такі масштабні, я б сказала, монументальні міжнародні зустрічі, пов'язані, знову ж таки, з вашим мистецтвом. І я дуже хочу, ви нам про це розповіли, наскільки вам було там цікаво, наскільки Україна там присутня у світі, яким чином вона присутня, чи тільки люди займаються своїми власними проблемами, як, скажімо, в Туреччині, так, або на Кіпрі, де ви були, чи їх цікавить щось іззовні, наскільки вони відчувають нас і те, що в нас відбувається, відчувають, що це єдине ціле з усім світом. Отже, першим був Кувейт. Да. Небагато українців там були, я думаю, що така дещо загадково багата східна країна, вона потребує такої розповіді про це. Ну, да, слухаємо. Да. Ну, так получилось, что вот осенью, действительно, у меня как-то с Востоком вся осень была связана. Сначала действительно Кувейт, потом турецкий Кипр, а потом турецкие художники приезжали к нам в гости. Ну, по порядку. Кувейт – это был первый международный форум карикатуристов, ну, куда пригласили, в частности, меня, чтобы я там прочитал лекцию о карикатуре. А дело в том, что в Кувейте карикатура, по сути дела, только зарождается, поэтому первый форум международный. И в основном там были молодые художники, карикатуристы из арабских стран. Те, которые, шесть стран, которые окружают Персидский залив, а также из Египта. И поэтому это был форум такой арабский, ну и плюс вот моя лекция на этом форуме была. Ну, английскую мову? Ну, конечно, все там разговаривают по-английски. Кувейт был английской колонией, а потом американцы, как известно, буря в пустыне, когда они иракские войска выгоняли оттуда. Ну, совершенно уникальное, что-то необычное. Ну, во-первых, по моей профессии это было удивительно, но там зарождается молодая карикатура. Это наверняка говорит о том, что там демократия в расцвете. Тому що якщо карикатури немає, то зародитися вона у невільній країні не може. Не може. Не може, якщо є серйозна цензура, тоді вона може зародитися, але знаходитися в підполі. А здесь карикатура заявила о себе в самом центральном холле, была международная выставка, при большом стечении народа, при большом стечении прессы, телекамер. Ну, как, это был, по сути, фурор. И молодые художники настолько интересовались карикатурой. Дело в том, что вот в Европе, в Америке, в том числе у нас, карикатура уже немножко, как бы, карикатура без слов, которой мы занимаемся, она как бы немножко уже устарела. Мы уже такие вот пожилые художники все. А там юные художники, очень талантливые, так искренне интересуются карикатурой. Открыли для себя жанр. Да, 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 и они как вот резвятся, как молодые щенки такие, и так им все интересно, как когда-то нам было интересно. И что эти цуценята корябают своими
лапка молоденькая. У них больше как-то политическая карикатура, поэтому они меня пригласили, чтобы я им рассказал, что такое неполитическая карикатура. Да. И карикатура без слов, и какая она может быть философской карикатурой, просто смешной. Потому что у них там, на эти страны больше всего влияние оказывается Египтом, в котором, между прочим, карикатура тоже не так уж молода, не так уж пожилая, а зародилась только там последние 10-15 лет. То есть у нас тут якраз настолилось жить, не думаєте, що я це переплутала сторони світу, саме так арабською мовою читається навпаки, і це не остання сторінка, так, а це навпаки, да, як наша обкладинка, так, покажіть, що це, ну, кілька слів. Ну, це якраз каталог першої міжнародної виставки карикатури в Єгипті, яка от проходила не так давно, тому можна побачити, що в Єгипті цей жанр теж ще зародився недавно, і от якщо листати спочатку вот в так, кінець, вот, як полагається, по-арабски, можна побачити карикатури художників з багатьох стран міра. Из 50-70 стран. То есть там карикатура шагнула уверенно тоже вот вперед. Ну, а теперь немножко о Кувейте, потому что меня просто поразила эта страна. Там я вы никогда... еще не было? Нет, там я еще не был. И вообще вот в арабских странах, только в Иране, но это совсем другая история. И Турция, совсем это больше. Совсем другая история. Кстати, сказать, ни одного иранского карикатуриста на форуме не было, как и турецкого. Потому что арабы с ними находятся в конфронтации некой. Вот когда я их спрашивал, почему, они уклончиво говорили по политическим мотивам. Я переспрашивал, может быть, по религиозным? Нет, говорят, по политическим мотивам. Честно? Честно просто. Но что меня поразило, это то, что вот первый мой друг-художник, довольно молодой, который 10 лет прожил в Америке, ему сейчас 34 года, и он вернулся назад, и там успешно проживает, и очень любит карикатуру, работает, между прочим, медбратом. Вот, но он... Тут работает, да. Просто в больнице медбратом работает. И не очень любит свою работу, думает ее менять, и очень любит карикатуру, и рисует очень активно свои политические карикатуры. Так вот он первое, что сказал, что у них коммунизм, что в Кувейте бедных нет. Такое категорическое заявление. Как это вам выдалось? Да, я просто уверен в этом. Поразительно, но вот... ходят, например, арабы, их сразу можно отличить по одежде, и они ходят очень важные, и ездят все в автомобилях, там нет, собственно, ни транспорта никакого просто нет, ни автобусов практически, ни железных дорог, только машины и великолепные дороги. Так вот, а весь обслуживающий персонал, вплоть до полицейских, почтовых работников, таможни. Ну, в общем, все, что касается обслуги, не говоря там о гостиницах, ресторанах, это все в подавляющем большинстве филиппинцы. Общаются арабы с ними по-английски. То есть филиппинцы не знают арабского языка, и вот они общаются вот таким странным образом. И эти филиппинцы так само на бедне? Нет, там минимальное количество денег, которое приходится на каждого человека, если просто не работаешь, ничего не делаешь, это $800 в месяц выплачивается. И сразу мне возражают, что там все дорого очень. Так вот нет. Рестораны там примерно как у нас стоят вот здесь. Вот. А ресторанов просто несметное количество, и страна славится своими ресторанами. Там есть рестораны со всех стран мира, просто шире, наверное, нигде не представлена вот эта ресторанная индустрия, как в Кувейте. Туристы туда приезжают исключительно в рестораны. Но это ладно, есть интересная другая одна вещь. Они, собственно, после бури в пустыне, когда иракские войска отступали и взрывали, значит, все эти нефтяные вывески, богатство, на котором они живут, взрывали, они практически всю инфраструктуру уничтожили, и они, по сути дела, там за последние 20 лет, например, создавали все как бы с нуля. И вот они это создали таким образом. Там была просто пустыня, были бедуины, например, еще при англичанах 100 лет назад. Они были, страна была не совсем бедная, потому что там жемчуг добывали в Персидском заливе, и за счет жемчуга их индустрия процветала немножко.
Но когда начали выращивать искусственный жемчуг, сразу этот бизнес у них, значит, лопнул, и они стали совсем бедными. Здавалося б, на чому підніматися? Ну, от на чому? І хто народив цю національну кувейтську ідею? Хто це зробив? А от інтересно. До цього владіли, звісно, завжди турки цією територією, потім англічани їх витіснили. І от коли англічани знайшли там нефть, і вона забила ключом, сразу начал менталитет меняться резко. Ну, а потом была революция, когда они, в общем, национализировали все. И вот самое характерное – это дворец эмира Кувейта. Стоит в черте города. Он просто вот вокруг этого дворца нет даже оградки. И нет никакой охраны. Можно подойти и постучать в дверь, и тебе откроют дверь к эмиру домой. А эмир говорит: Меня не волнует ничего, потому что меня народ любит очень. И я не боюсь никаких ни покушений. Эмир правит там. Это он там главный. Да. Не так, как английская королева. Нет, ну там конечно, есть система влады. Система, так. Конечно, власти есть. Но эмира народ очень любит. Он много привилегий дает. Ну, например, если человек там рождается, просто сразу на его счет кладется большая сумма денег. В зависимости от касты. Там немножко по кастам все разделено. Четвертая каста – самая высокая каста. Можно сказать, что им просто пощастило с нафтой, чи с эмиром, да, чи да, с… Да, можно и так сказать, но я сразу параллель для это себя Россия. Провожу. Нет, я провожу нашу Украину. Зачем нам Россия нужна? Вот если бы вдруг нашли у нас сейчас вот нефть… Такие же заклады, да? Да, огромные нафты. Там, да. Что бы было у нас? Вот я думаю, что сейчас у нас общество так устроено, и коррупция настолько проела все, что все равно бы мы не стали такие, как эти кувейцы, потому что все бы разворовали, у нас те, бы миллиардеров стало. Еще... Да, просто стали бы богаче, а система, все осталось бы точно так же. Я не сомневаюсь в этом ничуть, поэтому нам нужно задуматься и хотя бы посмотреть. Я понимаю, человек родился, а под ним нефть, и он уже сразу с рождения стал богатым. Это хорошо, но... Але ж не власник цієї, так би мовити, свердловини стає богатым. А нет, просто нет, громадянин нет, просто України. Все граждане. Другое дело, что по кастам разделение есть. Если человек доказал, что у него и прародители здесь родились с 1920 года на этой территории, тогда он входит в четвертую касту. А эта каста как бы имеет право, люди из этой касты имеют право занимать самые высокие должности, министры там, и так далее, и так далее. То есть, если ты в третьей касте находишься, это значит, что ты там родился, но уже немножко позже твои родители родились там. А что же малюют те молоді, яким цікаво, чому вони малюють політику? Що ж там малювати, коли все окей? А потому что у них светская власть есть, они против коррупции борются тоже. Что, коррупция есть? А как же, а как же, а как же, как везде. Там все как полагается, но видно, там все-таки не в такой степени все это, как у нас. И контроль, и прозрачность существует, жити и поэтому карикатура политическая существует. Жити там не нудно. Ну, как сказать, ну, например, там украинцу скучновато, потому что если ты видишь набережную вдоль Персидского залива, и там пальмы, видно явно, что их посадили здесь, потому что там была пустыня. Но а как они проводят свободное время, очень интересно. Ну, там летом может быть 55 градусов жары, например, или же какие-то бури песчаные. А они построили такие закрытые города целые. А в Кувейте вообще-то 3 миллиона, чуть-чуть больше населения, как в Киеве. Но вот эти закрытые города – это как такие огромные торговые центры. И при этом там есть и ресторанов масса, и дома просто, которые сделаны, построены в стиле и ренессанса, и барокко. То есть как бы весь мир представлен, и там такие авеню, проспекты большие внутри, под крышей. То есть независимо... Как у фантастичных романах, да, фильмах. Да. И все это сияет, сверкает. Это они за 20 лет вот смогли дело, так деньгами распорядиться, чтобы это было сделано для всех людей. И вот их самое лучшее развлечение – это утром в субботу поехать, ну, в пятницу поехать утром всей семьей и целый день, потому что там по этому торговому центру можно ходить просто целый день. И все время будешь видеть разные уголки. Можно зайти в какие-то такие кварталы старинные, как бы, которые передают колорит местный. Какие-то рестораны, которые бедуинские рестораны. Украинских там нет? Украинские рестораны? Ну, я просто не встретил.
Можливо, є. Обязательно должен быть. Ну, насколько я знаю, мне сказали кувейцы, что в Арабских Эмиратах примерно очень схожая система, но там украинцы обслуживают, не филиппинцы, а украинцы обслуживают в основном местных арабов. По всьому світу, як то кажуть. І ваша лекція їм сподобалась? Ну, да. Іскренний інтерес, дуже багато питань. Тобто, мені це було дуже приємно. Люди тягнуться к карикатурі. Прямо от бальзам на душу. Це дуже добре, так. Потім ви поїхали в повну протилежність Кувейту. Ви поїхали в Північний Кіпр, який, як ми знаємо, є невизнаною республікою. Да, ну, щось на зразок Криму. Абсолютно симметрично все, потому что, да, это был конкурс карикатуры международный, я там получил одну из наград, вот, и просто пригласили на церемонию награждения. Ну, а эта республика непризнанная, там город, столицу пересекает, конечно, колючая проволока, и попасть можно только имея визы. Оттуда сюда, из Южного Кипра в Северный Кипр. Вот. Но, прям скажем, вот, чисто визуально я бы не сказал, что я замечал что-то такое, что мне говорило бы о том, что шахливо, тут... там, кошмарно, да? Да, нет, ну, грязновато. Немножко как в отдельных районах Турции. Собственно, как дома. Побывал у нас точно такая же грязюка в наших лесах. Наши ребята оставляют точно все так же, как турки в турецкой части Кіпра. А що то був за конкурс і чому саме там відбувалася церемонія нагородження? Ну, конкурс називався, дуже смішно, це «Оливка» називався конкурс, а у них на Северному Кіпрі дуже розвита індустрія оливок. Они любят оливковое масло, много лет проводят фестивали, которые посвящены оливкам, и вот решили, уже несколько лет проводят и конкурс карикатуры в рамках этого фестиваля оливок. И в городе Киренье на центральной площади они развернули большую выставку, где были представлены карикатуры, посвященные оливкам. Щойно у нас з'являться роботи нашого шановного гостя. Я попрошу режисера нам їх показати. Прошу продовжити. Ну і получилось так, що опять мене преследував арабський мир, тому що туди приїхали исключительно іранці, перси, причому там є в Ірані теж розділення серйозне, азербайджанці, і між собою теж у них складні відношення. Ну, коли це знаєш, тоді как-то с ними легко общаться. Слава Богу, все говорят по-английски, персы. Что они малювали на этом конкурсе? Ну, они все так рисовали... Так само политику? Нет. Оливки? Нет. Этот конкурс посвящен оливкам. Это значит, что... Но надо не забывать, что оливковая ветвь в клювике у Пабло Пикассо голуби. Так, и поэтому, миру, конечно же, голубь мира там присутствовал. А війна не фигурировала там? Нет, никак, потому что Северный Кипр, он пытается себя для мира представлять, и представлять миру, что он существует, этот Северный Кипр, что это республика. И, чего, какая война? Да? Ну да, вот у нас на церемонии награждения был президент республики. А вообще-то скажу, что мы там были лет 7 назад, когда был форум карикатуристов, так вот у нас был званый обед с президентом Республики Кипр у него во дворце, когда художники обедали с президентом. Это впервые такое было. То есть республика пытается себя, ну, как бы для мира представлять, что вот она существует, она есть, заявлять о себе. Но это параллельно, симметрично точно, как Крым, потому что, по-моему, в 1974 году турецкие войска просто высадились и захватили территорию. И все турки, которые жили в Кипре вообще, переместились в северную часть, а все греки, которые жили тоже на территории северной части, переместились в южную часть. И у них сейчас есть такое вот между собой разделение, такое серьезная граница. Наскільки, коли ви були в Кувейті і на Кіпрі, в роботах художників різних країн, східних, західних, відчувалось те, як змінюється зараз світ? Наскільки ці якісь злами, перелами, які ми відчуваємо, не тільки як, скажімо, виверження вулканів там в Італії або ще десь, а, ну, всі про це говорять, всі про це пишуть, ваші роботи про це говорять.
всі так чи інакше більш чи менш усвідомлено це відчувають, що світ вже не буде таким, як раніше. Що ми вступили в якусь таку еру, не знаю, інформаційних воєн, ще якихось, яких гібридних і таке решта. І все це, я не хочу сказати, що погано закінчиться, але невідомо, коли, куди вирулить, як то кажуть, корабель історії. Це відчувалося в художниках? Адже художник не може не відчувати час. Ну, звісно, абсолютно точно це можна було прослідити і пронаблюдати. Тому що ті ж турецькі карикатуристи, коли я їх спрашував, як вони відносяться до України, до Росії, кстати, і арабські художники теж саме висказалися. Вони в Україні знають тільки одне. І знають об оранжевій революції. От зараз для них це війна, оранжева революція, і всі показують одразу коса. От ця дівчинка з косою. І да, все. Який образ, так? Якийсь піарник вигадав. І треба сказати, що от, персидські художники, іранські, вони мені розказали, що они находятся в оппозиции к власти у себя в стране. И вот они эту девушку тоже с косой хорошо помнят и поддерживают Украину, а правительство они не поддерживают еще по той причине, что оно дружит с Россией. И находится прямо вот конфронтация, идет даже среди, по Ирану проходит просто конфронтация по взаимоотношениям России и Украины. Здавалося б. Да, вот казалось бы. Но такие несподіванки, только, но да, только девушка с косой. Как в Кувейте все карикатуристы сразу показывали косу и говорили да, да. Я думаю, это просто образ. Ну, это образ. Жіночий, аж ніяк не прізвище там, біографії. Нет, они пытались вспомнить, никто не помнил. Я ж почему кажу, это просто образ яскравый, да, який врізався, да, в пам'ять. А надо же не забывать, что когда Тимошенко в свое время была на пике, где-то там в 1905 году, по-моему, в 2005 году, и, по-моему, когда в Париже во всех ведущих журналах она была на первых полосах и на обложках журналов, вот тогда вот оно, всплеск такой был, когда по всему миру они заговорили, и до сих пор. Это прекрасный образ, это собирательный образ Украины такой. Мабуть, и добрый. Вот, но я хотел еще вот что сказать. Карикатуристы, в принципе, те же персидские, то есть получилось, что вот они в оппозиции у себя находятся, мы в оппозиции находимся и к нынешней власти, и к оппозиции к политике Путина, но при этом и иранские художники, они всегда реагируют на какие-то мировые события адекватно и примерно так же, как и художники и украинские, и художники российские. Вот, например, когда было это событие, когда поток беженцев хлынул в Европу, и знаменитая фотография, когда в Бодруме на пляже вынесла на пляж мальчика, который уже умер, и фотография облетела все передовые средства массовой информации. Очень такая говорящая фотография. Но вот здесь очень характерно, что в течение 2-3 дней появились просто сотни карикатур, которые основывались на этой фотографии. Хотя фотография и сама говорящая. Сдавалась трагичная. Да. Но тем не менее, вот карикатуристы по всему миру мгновенно отреагировали, и вышла масса карикатур, то есть от американских художников, китайских, по всему миру. Но я лично не рисовал такую карикатуру, потому что фотография сама по себе говорящая, и здесь можно и без карикатуры обойти, но тем не менее, обойтись, но тем не менее, карикатуристы отреагировали по всему миру. То есть это говорит о том, что вот мышление карикатуристов, критическое, оно уже идентично по всему миру просто. І потім група турецьких карикатуристів приїхала в Україну для того, щоб. Ну, да, как только я, да, так, как только я вернулся из турецкой части Кипра сюда, приехала делегация турецких карикатуристов по нашему приглашению. Это была ассоциация турецких карикатуристов во главе с Метином Пекером. Кстати, к слову, он коммунист, вообще-то говоря. Ну, это и незаважаемо бути талановитою людиною. Да, я так безусловно. Безусловно. Более того, он вдохновитель и идейный, не идейный, вдохновитель. И мотор этой ассоциации. И надо сказать, что в ассоциацию входит 800 художников. То есть, вот если говорить о карикатуре в Украине,
в лучшие времена можно было насчитать 50-40 карикатуристов вообще в Украине. А в Турции только в одной ассоциации, ну, она самая большая, ведущая ассоциация, 800 художников. И, кстати, к слову, 200, примерно 200 художников из этой ассоциации, они больше ориентированы на политическую карикатуру. И, кстати, очень часто сидят в тюрьмах. Если они рисуют карикатуры на политиков, те подаются в суд. И довольно часто они отсиживают в тюрьмах и по полгода, и по два года. Именно турецкие карикатуристы, как никто, страдают. А что тут так богатого вислика? А дело Ослика. В том, что эта ассоциация, она Донки. Называется вообще ассоциация имени Хаджи Насреддина, и ее визитная карточка является ежегодный международный конкурс карикатур имени Хаджи Насреддина. Это считается один из самых престижных конкурсов в мире. И вот здесь у нас были две таких акции, когда в Полтаве открылась выставка карикатур, где главным героем был Хаджи Насреддин. И вот турецкие художники приехали на открытие этой выставки. Так вот, там было все организовано на таком высоком уровне, что на церемонии открытия, кроме живой музыки, кроме того, что ходил Гоголь среди гостей. А Хаджи Насреддин ходил? А Хаджи Насреддин ходил в виде кукольного спектакля. Полчаса был кукольный спектакль на церемонии открытия выставки, где главным героем был Хаджи Насреддин, чем турецкие друзья были поражены, потому что это действительно, они сразу сказали, это мировой уровень, просто открытие такой выставки у нас никогда не было. И они были в восторге, в диком, они еще были в музее космонавтики, а там такой шикарный, крохотный, но такой уютный музей космонавтики, что просто они были в восторге, они никогда, вот, ну, никогда не были бачили. В скафандре космонавта. Тут а потом еще было и в Киеве, так? Да, потом, когда они приехали в Киев, в музей Шевченко, мы организовали такую торжественную церемонию награждения украинских художников, лауреатов вот этого конкурса международного карикатуры имени Хаджи Насреддина, потому что у них не принято приглашать художников на церемонию награждения, поэтому они, когда приехали сюда, привезли с собой 21 награду. Это говорит о том, что украинские карикатуристы, хорошо известные в мире, за последние 10 лет они на этом конкурсе завоевали 21 награду. И вот турецкие друзья вручили торжественно награду украинским художникам. И так само главная тема, это был просто персонаж давних веков, такие, я бы сказала, ну, не то, что идеальные, какие-то казковые, какие-то такие. Ну, нет, не совсем. Там тема свободная, поэтому туда и политические карикатуры присылают, и философские. То есть час відчувається всюду, не можна закрити очі на те, що відбувається довкола. Нет. Это просто символ, и все. Хаджи Насреддин. Наша розмова з Володимиром Казаневським, всесвітньо відомим українським карикатуристом, закінчується, але... В інтернеті можна легко знайти, по-перше, журнал «Країна», а по-друге, на вашому власному сайті, так, можна знайти ваші роботи. Це робиться дуже легко, одним кліком, так. І там ви зможете побачити, що і як малює наш гість. Я вважаю, що темою нашої наступної зустрічі буде електронне декларування. Я так розумію, що у вас з цього приводу так само є більше робіт. Є роботи, і тому читайте журнал «Країна». Дивіться, знайомтеся з творчістю Володимира Казаневського. Вдячна вам. Продовжуємо буквально за хвилину. Майдан тебе. Не виключайтеся. Дякую.